чего он приставал ко мне? Он думал, ты другая. Другая это какая? Он думал, ты Тихоня. Лучше. Что я говорила? Этот парень просто уходит. И никакого наказания. Кэсси. Отвези ее домой, Джимми. Успокойся. Что-нибудь. Останови его. Хорошо. Эй, брокер! Эй, Джимми! Брокер! Не дожди машины. Врежь ему, Джимми! Джимми! Мой сын хочет услышать извинения. Успокойтесь. Вам же сказал шериф. Садись в машину. Какая-то мелкая дрянь бьет моего сына. Этот парень должен принести извинения. Правильно, Джимми. Не называйте это, пожалуйста. Милая, садись в машину. Давай, Джимми! Врежь ему, Джимми! Стой его! Около черта! Задержи его! И ты спустишь ему этот рук, Кэсси, заткнись! Ты боялась же что-нибудь? Дыши, Джимми. Боже правый. Да. Вы меня задержите? Нет, нет. Я видел, что произошло. Но вы повели себя слишком жестко. Вы унизили его перед сыном, мистер Брокер. Он меня тоже. Я не сдержался, шериф. Этого не повторится.